Эти выходные обещают быть насыщенными на спортивные мероприятия. Пожалуй, одними из самых зрелищных станут соревнования по ездовому спорту. 11 и 12 марта в рамках традиционного праздника Севера все любители покататься на собачьих упряжках соберутся на лыжном стадионе «Тирвас». Организаторы расширяют географию своих участников. На этот раз, помимо спортсменов из Мурманска, Санкт-Петербурга и Карелии, к нам приедут спортсмены из Архангельска. Причем с огромным удовольствием, ведь таких условий, как здесь, в марте нигде не встретишь. По всему северо-западу, можно сказать, только у нас на данный момент остался снег. Трассы очень широкие, подготовленные хорошо. Рельеф разнообразный. Трасса интересная, сложная, поэтому гонщики едут, им интересно. Оба дня соревнований начнутся со стартов мужчин. Их дистанция 5 километров. Соревновательный день в субботу продолжит состязание в упряжках на 6 собаках. Пожалуй, одно из самых зрелищных, по словам организаторов. Далее, в воскресенье, после основных стартов, лыжники-гонщики впервые вместе со своими собаками попробуют пройти эстафету. Будет дан масс-старт, собраны 5 команд по 3 человека, в упряжке 2 собаки. И еще одно новшество этого года. Первый старт. Так называются соревнования для начинающих спортсменов. Чтобы попробовать свои силы, им дается дистанция всего в 1 километр. И кто знает, может, среди этих смельчаков выявятся будущие чемпионы. Ну и, конечно же, как всегда, завершит соревнование, ставший уже традиционным и горячо любимым зрителями, конкурс костюмов «ГАВ-кутюр». Кстати, заявку на него можно будет подать вплоть до начала соревнований.